И в продолжении темы 10 тысяч куличей уральским врачам фонд Святой Екатерины поздравил с воскресением Христовым тех, кто в условиях пандемии спасает жизни пациентов, рискует своим здоровьем. Подробности далее. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Обычно освящение куличей происходит при большом количестве людей, которые приносят свою пасхальную снедь в храм. Но эти куличи, изготовленные по старинным рецептам, скоро отправятся к тем, у кого сейчас нет возможности посетить церковь, а иногда и просто сходить в магазин за выпечкой. Пасхальные подарки подготовили для врачей и медсестер уральских клиник. Через это освящение этих куличей мы бы хотели поделиться с той радостью, которую Христос принес в мир. И эти куличи, которые предназначены прежде всего для тех, кто в наше время, в сегодняшний день, не может быть вместе с нами, кто сегодня лечит, кто сегодня пребывает на передовой, так скажем. В условиях пандемии коронавируса для многих врачей и медсестер каждая минута, потраченная не для борьбы с болезнью, кажется потерянной. В таких экстремальных условиях специалистам нужно найти и духовные, и физические силы для борьбы с недугом. Для нас очень принципиальна поддержка. Поддержка наших друзей, людей, которые в настоящее время очень понимают важность и значимость того, что делают медицинские работники. Поверьте, сейчас нам очень непросто. Практически 24 часа в сутки мы находимся на работе. И тот великий праздник, который у нас был, он, конечно, в души российских людей вселяет большую надежду. Более 2000 куличей получили сотрудники клинической больницы номер 40 города Екатеринбурга. Также более 1000 пасхальных подарков преподнесли медикам областной детской клинической больницы. Спасибо большое фонду Святой Екатерины за такое чуткое отношение к нам, за помощь всем медицинским работникам. К сожалению, не все могли отпраздновать в связи с высокой нагрузкой данный праздник. И в данный момент есть возможность поздравить сотрудников отделений. Фонд Святой Екатерины подготовил пасхальные подарки и для других лечебных учреждений города, а также для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, ветеранов войны и труда. Прямо из пекарни куличи отвозят тем, кто сейчас особенно нуждается в тепле, радости и поддержке.